Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Ирина Сапрыкина, и я увлеченный садовод. Сегодня мы поговорим о посадке сладкого перца на рассаду. Перец высаживается в грунт, когда температура почвы на глубине корнеобитаемого слоя прогревается до температуры 14-15 градусов. Когда это происходит у нас? Обычно в неотапливаемых теплицах после 20 мая, не раньше. А в открытом грунте и того позже, после 10 июня. Рекомендуемый возраст рассады перца при высадке 60-70 дней. Возьмем 10 дней на всходы, вот и вычитаете. Получается, что конец февраля, начало марта – самая пора сажать перцы. Иногда мы высаживаем перцы, когда на них уже много цветочков или даже висят плоды. А ведь это значит, что перец никогда не наберет той высоты, которая указана на обратной стороне пачки с семенами. Перец переходит в фазу плодоношения, а не роста. Ну и мы, естественно, теряем урожай. Однако перец – культура тугосхожая. Иногда мы ждем по 2, а то даже 3 недели, когда же он взойдет. Но существует несколько методов, чтобы ускорить его всхожесть. Сегодня я вам расскажу о простом и при этом бесплатном способе, методе термической стратификации перца. Давайте посмотрим. Метод прост. В одну емкость наливаем воду температурой градусов 60, в другой вода ледяная, я прямо туда добавила лед. Берем бинт, кусочек марли и помещаем в него наши перцы. Погружаем перец на 2-3 секунды сначала в горячую воду. Раз, два, три. Затем в ледяную на то же время. 2-3 секунды достаточно. Повторяем еще раз в горячую. Раз, два, три. И заканчиваем в холодной воде. Напоминает вам сказку про конька-горбунка? Но не бойтесь, наш перец не сварится. Затем нам нужно перец немного подсушить и поместить его в грунт. Я использую для многих посадок вот такие 100 миллилитровые стопочки. В донышке прорезаются дренажные отверстия. Насыпаем сюда верховой раскисленный торф. Проливаем теплой водой градусов 40. И на глубину сантиметра полтора помещаем нашу семечку. Наши посаженные семечки мы помещаем в ясли-тепличку. И ставим в теплое место, где температура 26-28 градусов. При такой тепловой стратификации перец сходит достаточно быстро, на 4, 5, 7 день. Когда появятся петельки, мы сразу достаем их на открытый воздух, помещаем на светлую полку, желательно снизить температуру, например, поставить на нижнюю полку. И обязательно нужно наши росточки досвечивать. Друзья, сажайте перцы, это очень благодарная культура. Она выносит уплотненные посадки, и можно на 2 квадратных метра посадить 15 кустов этого прекрасного, вкусного и такого красивого растения.